Сочи проходит 6-й международный саммит умной производственной системы. В 6-й раз. А в чем отличие от предыдущих 5 саммитов? Ну, прежде всего, это более широкая география. Из 37 регионов, 45 городов приехали руководители и заместители руководителей крупных российских компаний, которые занимаются внедрением бережливых технологий, созданием производственных систем, а также представители и среднего бизнеса, причем высокотехнологичные компании, которые имеют небольшую численность, но они сделали уже очень такие отличные успехи на рынке, и некоторые из них даже вышли со своими продуктами на международный уровень, и они тоже внедряют бережливые технологии. Ситуация такая, невозможно развиваться, оставаясь на месте. В большинстве случаев для того, чтобы обогнать конкурентов, вы должны бежать еще быстрее, чем они. Оптимизация в этом смысле дает варианты ответов, варианты решений, варианты развития событий. И оптимизация производственных процессов, или оптимизация информационной системы, или каких-либо данных – это своего рода источник конкурентного преимущества, без которого, в общем, довольно сложно развиваться. Первый раз мы участвуем в этом саммите. Нам на самом деле очень понравилось это участие за счет того, что увидели очень много проблем, которые необходимо решать как раз у наших клиентов. То есть из всех докладчиков, из всех докладов спикеров я услышал для себя очень полезную информацию как раз о том, какие задачи стоят перед моей компанией для того, чтобы мои заказчики работали более производительно, более целеустремленно, более эффективно. На мой взгляд, интерес к Lean Summit подогревается снаружи тем, что люди все больше внимания обращают на то, что можно назвать цифровой трансформацией. То есть происходит понимание того, что обычные физические процессы, они меняются, производственные процессы меняются. В этом году была в России принята программа «Цифровая экономика», и я думаю, что дальше тренд на все, что можно назвать умным, в том числе умное и бережливое производство, он будет только увеличиваться. Надеюсь, что в дальнейшем еще будет больше людей к вам приезжать. Очень полезным, мне кажется, тот факт, что в России дискуссия, которая ведется в этой области, очень похожа на ту дискуссию, которая ведется в Европе. Я был удивлен, когда понял, что вопрос промышленности 4.0 и производственные системы находятся в самом центре дискуссии, в самом центре интересов во всей этой отрасли. И я этому очень рад, потому что, мне кажется, это именно тот вопрос, который следует активно обсуждать. Вы знаете, как ни странно, вот этот форум, где собралось много людей, занимавшихся бережливым производством, в каком-то смысле создают основу для создания нового поколения систем, где каждый заказ, каждый станок, каждый инструмент, каждый рабочий, каждая деталь и изделие непрерывно заботится о том, чтобы повышать свою эффективность. Мы идем к системе так называемого эмерджентного интеллекта, построенного на взаимодействии большого числа очень малых, но согласованно, организованно действующих между собой программных систем. И это новое поколение такого рода систем, которое должно быть более открытым к изменениям, производительным, гибким, надежным и эффективным в использовании. Мероприятие очень значимое, очень запоминающее в плане того, что можно действительно практически пообщаться с коллегами, своими коллегами, которые занимаются именно развитием умной производственной системы. Вот. Это дает очень большой толчок, очень большой импульс к дальнейшей деятельности и себя совершенствованию, естественно, тоже. Наконец-то можно сидеть за чашкой кофе с человеком, которого ты только вчера впервые увидел, и который раскрывает несколько вопросов, и в течение 15 минут найдется общий язык, и рождается идея
даже нескольких совместных проектов. Но меня это прямо поражает. Вы знаете, я честно сказать, я в первый раз в моей жизни вижу что-то здесь в России, что люди начинают понимать, что есть надо адаптироваться к изменившемуся миру. И раньше, когда это было всегда можно найти как оправданное решение, сейчас люди понимают, что надо сами делать. И я первый раз слышал здесь слово «комплексный», так часто люди использовали. Когда это было для меня, особенно для моего бизнеса, это было что-то, которое очень важно. Роскошь человеческого общения, она действительно роскошь, надо ехать, надо тратить деньги, но ты получаешь гораздо больше, потому что есть вещи, которые скрытые знания, молчаливые знания, а не такие, которые написаны. Вот человек рассказывает, когда ты с ним разговариваешь, о тех вещах, которые, может быть, он никогда и не рассказывал. У нас в этом году еще состоялось такое интересное событие. Мы открыли новую традицию на саммите в Олимпийском парке. Мы посадили сегодня вместе со спикерами из разных компаний 18 деревьев сакуры. И мы думаем, что вот это событие, оно не будет одноразовым. Каждый год мы собираемся продолжать эту традицию высадки деревьев сакуры в прибрежном парке. И я думаю, что это будет способствовать не только взаимопониманию между Россией и Японией, да? Но это еще принесет некий такой культурный аспект интересный в нашем саммите, в его работе.